Получил пакетик, посылочку с Алиэкспресс, вот в таком виде. Вот такой, такой кулек. Это, честно говоря, первый раз мне приходит такой кулек с Алиэкспресс. Обычно вот такие вот кулечки. Такие вот. А это вот такой вот без защиты, без ничего. Ну ладно, вскроем, сейчас посмотрим, что здесь. Так. Обрезаем. Так. Встаем. Вот выбросим. Вот так, замотано, конечно, хорошо. Заказывал кардридер. Так, обрежем его. Так. Посмотрим. Ну, хорошо запаковали. Работает он или нет, посмотрим сейчас. Так. Упаковали хорошо, конечно. Ничего не скажешь. Так. Отбросим. Так. Вот такого светло-оранжевого цвета кардридер. Посмотрим, сейчас работает он или нет. Крышка хорошо закрывается. Ладно. Вставляем приготовленную карточку. Так. Карточка заходит хорошо. Так. Вставляем ее в ноутбук. Проверим, работает картридер или нет. Карточка определилась. Значит, картридер работает. Вроде все нормально. Так, ну ладно, вытащим ее аккуратненько. Так, извлекаем из ноутбука. Так. Ну что ж, картридер работает. Так, повреждений никаких. Дошла нормально. Правда, очень долго. До окончания защиты покупателя или до окончания срока заказа осталось 3 дня. Ну, в принципе, успели доставить. Ну, спасибо продавцу. Что ж, пластик, используемый здесь, отличный, хороший, прочный. Крышка закрывается плотно. Карточка вставляется и высовывается нормально. Ну что, беру я уже третий или четвертый раз. Покупкой доволен. Вообще-то, картридер очень удобная в эксплуатации. Вот такой картридер. Все. Спасибо за внимание.